Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим легкий и вкусный крем-пломбир. Этот крем можно использовать в тортиках, профитроли, в капкейках, в трубочках. Его вкус реально похож на мороженое пломбир. Давайте же скорее начнем! Поехали! Итак, крем у меня будет на пудинговой основе. Для пудинговой основы нам понадобится кукурузный крахмал, ванильный сахар, соль и сахар-песок. В миску отправляю кукурузный крахмал. Сахар-песок. Соль. И ванильный сахар. Немного перемешаю смесь. В смесь вливаю молоко. Венчиком размешиваю смесь до растворения пудинговой смеси. Также отдельно у меня на огне стоит молоко. Молоко нужно довести до кипения, но варить не нужно. Температура у молока 82 градуса. Теперь пудинговую смесь вливаю в молоко и непрерывно помешиваю. Как только масса начнет загустевать, убираем ее с огня. Переливаю горячую массу в более большую миску. Миску с пудинговой массой кладу на миску с ледяной водой. Помешивая, остужаю массу. Пудинговую массу накрываю пленкой в контакт, чтобы не образовалась корочка поверх нашей массы. Оставляю до полного остывания. Теперь в миску отправляю размягченное сливочное масло и хорошенько взбиваю миксером. Пудинг остыл. Его я постепенно ввожу в сливочное масло и перемешиваю миксером. И так в несколько подходов. Thank you.
Крем готов. Он очень стабилен, и им легко украшать тортики, капкейки и так далее. У меня крем-пломбир получился на славу. Готовьте с удовольствием крем-пломбир. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!